20 ноября, в день игры сборной России по футболу против сборной Кубы, общественный транспорт Волгограда будет работать в усиленном режиме. Так, скоростной трамвай будет совершать рейсы до 23:00 с интервалом в 6 минут. На троллейбусные маршруты выйдут дополнительные единицы подвижного состава. Кроме того, для удобства горожан и гостей города, 21 троллейбус будет расположен у остановок ЦПКО и Мамаев-Курган. Транспорт будет отходить по мере заполнения салона. Выйдут на маршрут также новые электробусы. Они свяжут ЦПКО и Мамаев-Курган с Кировским районом. При этом горожанам напоминают, что в целях безопасности 20 ноября после 16:00 трамваи и троллейбусы будут следовать у стадиона «Волгоград-Арена» без остановок.